Всем привет. У нас тут какая-то внезапность, по всей видимости, в честь 3 сентября. Горят костры рябин, все переворачивают календари. Поэтому, собственно, ну и мы попробуем что-нибудь перевернуть в очередной раз с эльфами. Получится, не получится, не знаю. Как долго я сегодня буду стримить, тоже пока непонятно. Но пока думаю, что может быть пару раундов. Пока мы постараемся найти оппонента. Сегодня с утречка хотелось бы продолжить. Я выпил коньячка, но нет, так не было. Ну, посмотрим, во что в итоге это выльется. Да, эльфы у меня совсем классические. То есть это та версия, которую я играю уже достаточно давно. Сейчас, может быть, даже вам покажу это безобразие. Эльфы. То есть, да, с одним спайдер-силком, с одним луком. Ну, сайдборд такой. Оппонентов все еще нет, поэтому, в принципе, тут можно, да, что-нибудь посмотреть. Вот, пока у меня больше всего вопросов вызывает, как ни парадоксально, Magnify, я так и не нашел нормального применения. Ну, сейчас посмотрим, что у нас будет здесь. И будет ли у нас что-нибудь. Так, а теперь главный вопрос. Почему я вошел не эльфами, а вошел снежными боглами? Ладно, окей, пацаны, я первый раз буду этим играть. Ну ладно. А тут бурн. И саспенд рифт был там. Окей. ТП спрал на белое. Окей. Окей. Видимо, Бокла здесь, потому что я их вчера дособирал. Ну ладно. 3 сентября. Интересная ошибка. Ну ладно. Гиплова раннер. Ля-ля-ля. Тра-ля-ля. Окей. Окей. Стрелябия. Дровнем что-нибудь. Селяна. Интересно. Три. Четыре карты. Постоянно хиляться на три. Сейчас он должен поставить ману, сыграть Sharing Blaze, пойти в атаку. Chain Lighting в меня. Нет. Скрючера. Окей. Теперь интересно, то есть в принципе, если я сейчас поставлю Глейд Кловера, а у него нету 7 в голову,
Да уж, неожиданно. Ну давай. Господи. Вот, блин, вляпался с боглами. Ага, пошел циклиться. Ну, то есть, Bolt, Fire Blast, GG. Окей. Угу. Раз, два, три, четыре, пять. В принципе, можно поставить астролябию, чтобы с нее подраваться. Тут вот мы должны хиляться на 10. Да, конечно, топдекать вот так, это такое себе. Чем есть чем ответить? Интересно. Но не должно быть. Так. Флинги против пруна я не хочу видеть. Ну да, там инстантов-то много. Справа нельзя, стрелять нельзя. Точно нельзя слева, наверное. Это ужасно, конечно. Посмотрим, ну да, там он сейчас все в меня будет разряжать. Ожидаемо. Что в атаку пришел. Прибрив страйк. Сейчас мы его типа тормознули. По крайней мере, он своим лаваранером не пойдет вот так. Вот 4, и он сейчас будет все накидывать нам в голову. То есть вот мы сейчас будем немножечко сидеть на диспелах. Просто вот так. Хорошо. Плохо, не знаю.
11. Окей. Нет, не поеду. На дисплее посижу. Лаваранер. Ну, давайте попробуем вот так. Оп. Оп. Так можно. Так можно. В этот момент он так дыкнет не инстанс, а сорсери. А, проелдил. Понятно. Ну, тупой. Тупой. Просто все. Теперь надо помнить, елдить не надо ни в коем случае. Ну, сам дурак. Сам дурак. Ну, попробуем вот так. Все как-то мутно. Каждому по три. Но быстрее. Так вот сидим. Есть? Окей. О.
Ну, возможно, я не прав, но... Ну, это типа... Фух. Такая вот она странность. Ладно, сейчас секундочку, и я подойду. Да, я снова здесь, но все равно бред какой-то. Так, в общем, не то чтобы быть не должно, но... Так, тогда посмотрим, что у нас тут. Тут у нас... Такое дело... Конечно... Теперь поиграем в кто быстрее. Посмотрим.
Ну, флинг. Продолжаю поднимать то, что надо. Да, все получилось. Понятно, как это работает, но... уже не вывозится. Скорости. Два, три. Четыре. А, нет. Три. Thank you.
Ну, здесь зато. Ранее были раньше. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще не могу. Раньше быть пораньше. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, половину.
Было стрелять, просто путь. Сейчас не получится поймать. Видимо, не получится. Количество пацана. Да.
Давай, пожадничай. Вот это не вывозится. Когда трон себе встает примерно все, становится слегка грустновато. Будет еще сколько. Зато исправно первым. Обычно не флипаются. Сир. Сир можно. Две на топ. Все нужно.
Кофе можно? Оказался опять вены роста. Все, что мне нужно. Так, контролер. Надо шарфить. Нет, решил оставить. Значит, две. Еще показал. Типа окно. Ну, ладно.
Между тем он попал. Или шифр.
Меж тем он продолжал упорно двигаться наверх. Вот так это было, и на этом, видимо, на сегодня все.